Временный запрет на ловлю рыбы введен в акватории Малого Аральского моря. Он продлится до 10 июня. Связано это с периодом нереста. Однако для браконьеров, что называется, закон не писан. Игнорируя требования природоохранных инспекторов, они выходят на охоту под покровом ночи. В очередной рейд отправился Алибек Байшуленов. Для полноценного нереста рыбам требуется теплая погода и отсутствие шторма на водоемах. В идеале практически полная тишина. Экологи уверяют, может помешать даже шум моторных лодок. Но требования природы не особо волнуют браконьеров. И в очередном своем рейде инспекторы собрали в море несколько выставленных в воде рыболовных сетей. Устье реки Сырдари у Кокоральской перемычки манит рыбаков как магнит. Именно здесь рыба массово заходит на нерест. Охотников легкой наживы не останавливают ни запрет на вылов, ни большие штрафы, ни даже ныне действующий карантин. Сегодня на море из-за сильного ветра образовались большие волны, однако это не помеха для браконьеров. Они промышляют вот таких густых зарослях камыша, а увидев инспекторов, пытаются скрыться вот на таких спортивных моторных лодках мощностью 40 лошадиных сил. Аральские инспекторы проводят на море круглосуточные рейды, дежурят группами. Но задержать всех браконьеров им не удается. Мощность техники не позволяет, отмечают они. Браконьеры знают наизусть все проходы между камышами. И моторные лодки у них намного быстрее наших. Рыба приносит хороший доход, поэтому они средств на это не жалеют. Наш катер не так быстроходен. Двигатель всего 30 лошадиных сил. У них больше почти в два раза. Но мы делаем все возможное. К примеру, во время рейдов берем мощные моторные лодки в аренду. Как сообщили инспекторы, в отношении нарушителей законодательства применяется административный штраф до 20 месячных расчетных показателей. А штраф за рыбу рассчитывается отдельно. К примеру, за 1 килограмм крупной рыбы – 5680 тенге. Сотрудниками инспекции в этом году выявлено 44 нарушения рыбоохранного законодательства. Из них 20 административных дел направлены в судебные органы. По остальным 24 административным делам наложено штрафов на 347 тысяч тенге. Из них взыскано 280 тысяч тенге. Ущерб, нанесенный природе, составляет 398 тысяч тенге. В прошлом году инспекторы задержали в регионе больше 640 нарушителей закона о рыболовстве. Около 400 из них в акватории Малого Арала. Алибек Байшуленов, Альхайдар Турлыханов, Кызылординская область, Хабар, 24.